Курдубаева Мэрим. Мэрим ханум, поздравляем вас! Приветствую вас, дорогая Мэрим ханум. После прихода в Мэри Хэлс мы поменяли квартиру. То есть до этого у нас была однокомнатная, а в прошлом году, вот буквально в октябре 2021 года, мы купили именно в новом доме, да, в новостройке, двухкомнатную с большими квадратами квартиру новую. Таким образом у нас меняется жизнь к лучшему. Хотя мой статус — мамочка в декрете, да, сидит дома с четырьмя детьми, но я зарабатываю. Я вот кружки детей, там, коммунальные услуги, всякие мелочи, да, одежда, посуда, да, домой. Все, что быту нужно, я закрываю, то есть именно своими заработанными, да. А муж копит или там ипотеку закрывает, или вот на большие покупки именно муж. На сегодняшний день, вот за полтора года, суммарно я заработала 12 тысяч, около 12 тысяч долларов. И ежемесячно сейчас получаю по вот тысячи до полтора тысячи долларов. Мы после женитьбы, как и многие, да, тогда на заработки приехали, потом посмотрели, что тут надо обязательно гражданство, чтобы найти нормальную, да, хорошую, высокооплачиваемую работу. Естественно, мы получили это гражданство с мужем. Хотели уехать вот в следующем году, да, следующей зимой или следующей осенью уедем, да, но никак не получалось нам уехать. Потом уже дети пошли, тут уже, потом уже квартиру купили в Питере и остались. Сейчас я уже как вот осознанно, да, как стала осознанной, теперь я думаю, не скоро мы, наверное, уедем. И тем более сейчас и бизнес, да, когда именно в приоритете Россия, я тем более не хочу сейчас уехать. В будущем, может быть, и уедем. Онлайн, он без границ, интернет, он без границ. Где хочешь, там и строй, да, бизнес. Как и многие мамочки в декрете, я сталкивалась со многим возражением именно со стороны близких. То есть муж был против, чтобы я занималась этим, свекровка, там, дети, да, то есть как я поборола это все. Я нашла обучение, и именно вот это обучение, я могу сказать, помогло мне. Потому что там, именно по психосоматике, когда ты знаешь, как подойти, да, как подходить к твоим близким, родным, также с детьми, как отношения строить, так же с мужем, со свекровью, ты находишь язык. Тем более, когда твоя работа приносит тебе удовольствие, да, когда ты находишь со всего мира единомышленников, да, которые хотят изменить себя, изменить свое окружение, это дело тебе нравится, и ты обязательно находишь и время, и возможности. Тем более в нашей компании это есть. У нас очень много обучений, которые помогают тут, как наладить отношения в семье, как построить бизнес свободно, да, вне зависимости от мужа, от свекрови, от детей, от быта домашнего. Особенно последнее время, когда вот на итоге года, когда мне вручали самый лучший результат, онлайн-результат, да, когда меня чествовали в Москве, подарили iPhone 12 Pro, да, от компании абсолютно бесплатно, вот тогда я ощутила гордость за себя, за то, что я не остановилась, за то, что несмотря на детей, на свекровь, на мужа, на домашний быт, да, хлопоты, я всегда шла вперед, всегда обучалась, всегда работала над собой и именно развивалась и делилась этим такими же людьми, такими же мамочками в декрете. Не сидеть целый день там с памперсами, с ползунками, там стирать, готовить и все, да, нет. Оказывается, есть еще и саморазвитие, да, такие обучения. И помогая еще людям, мы можем тут зарабатывать хорошие деньги. И именно пока дети молодые, я раньше думала, что пока дети маленькие, я не могу путешествовать, да. То есть я доказала обратное, я уже побыла и в Дубае, и в Турции за счет компании, да, и сейчас я этой возможностью делюсь именно с мамочками в декрете. Внутренняя мотивация моя, во-первых, дети мои, я хочу им качественное будущее, да, чтобы они учились там в школах, где все комплексно, это моя мечта, чтобы они не ходили отдельно на отдельный кружок или еще куда-то, я хочу, чтобы в одной школе было все комплексно, и они учились у меня дети в такой школе. Это все отмазки, что говорят муж, свекровь, дети, быт, это все отмазки, я считаю. У нас, особенно у мамочек в декрете, у нас времени очень много свободного, поэтому можем делать бизнес вместе со всем бытом. И, конечно, я с гордостью предлагаю это всем.
и русскими, и азиатам, всем-всем, да, я предлагаю эту продукцию и компанию, и маркетинг-план, потому что это классная возможность для всех, потому что я же вижу, что люди ходят на работу, да, там, исполняя чужие мечты, а тут они могут свои мечты исполнить. Самое важное в этой жизни – это саморазвитие, постоянное развитие над собой, работа над собой. И я тут обязательно хочу добавить, да, пользуясь случаем, поблагодарить именно моих наставников, которые показали мне именно этот путь в этой компании. Естественно, начиная с Армана Айдосовича, да, моего наставника и жизни, и в бизнесе, Индиру Нарикбаеву и Гембердиевну, моего спонсора и остальных моих наставников, за то, что они помогли мне именно стать в тот путь, в который я буду постоянно развиваться, да, в который я постоянно буду идти вперед, то и только вперед.